Все болезни – это загрязнение тела. Светлана, потому что, сейчас я выйду. Мой такой опыт, ну, достаточно непростой. Когда ребенок лежал на груди, когда я не могла подняться, когда у меня вскрылись все то, что во мне было, мне было 26 лет, 27. Я, в принципе, никогда не болела, никаких у меня проблем с здоровьем не было, но скрытые моменты, которые показались во время перехода, они были. И я полностью убеждена, если бы я помогала своему телу тогда травами, сразу, до перехода, до скорых встреч, следите за сторис, буду рассказывать, когда следующий прямой эфир. А пока готовимся к курсу детского восстановления после вакцинации и курсу оздоровления печени. До скорых встреч!